Всем привет, меня зовут Макс Брандт, и это мой благотворительный проект «Вздобрись». В этом проекте мы помогаем детскому дому номер 11 денежным образом вместе с вами. В прошлом месяце я говорил, что было так мало видеоработ прислано на эту почту. В этом месяце вы меня приятно удивили, их было очень много, причем как видеоработ, так и рисуночных. То есть вот рисунки слова «Вздобрись» можете видеть вот здесь вот, а видеоработы мы посмотрим чуть позже. Следующий декабрьский выпуск этого проекта последний, поэтому у вас остался последний месяц, чтобы прислать свои видео «Вздобрись» на эту почту. Давайте сделаем финальное видео обширным, большим, чтобы было видно нашу силу, нашу мощь в помощи детям. Спасибо вам огромное и смотрим то, что прислали в этом месяце. Привет, Макс, я Кокотик, и я говорю «Вздобрись». Привет всем, меня зовут Айдана, и я говорю вам «Вздобрись». Привет, Макс, и я говорю «Вздобрись». Привет, Макс, и я говорю «Вздобрись». Привет, Макс, и я говорю «Вздобрись». Вздобрись. Привет, Макс, я говорю «Вздобрись». Привет, меня зовут Стася, и я тебя прошу «Вздобрись». Всем привет, я говорю «Вздобрись». Привет, Макс, и мы говорим «Вздобрись». Привет всем, и я говорю «Вздобрись». Здравствуй, Макс, я говорю «Вздобрись». Привет, Макс, и я говорю «Вздобрись». Привет, Макс, я говорю «Вздобрись». Привет, Макс Брандт, я говорю «Вздобрись». Привет, Максим, я говорю «Вздобрись». Здравствуй, Макс, меня зовут Роберт, и я говорю «Вздобрись». Привет, Макс, и я говорю «Вздобрись». «Вздобрись». Ну чё, Макс, ты просто возьми и вздобрись. Всем привет, я говорю «Вздобрись». Привет, Костя и Макс, я говорю «Вздобрись». Привет, Костя и Макс, я говорю «Вздобрись». Привет, Макс, и я тебе говорю «Вздобрись». Привет, Макс, и я говорю «Вздобрись». Привет, Макс, «Вздобрись». Привет, я Святоша, «Вздобрись». Привет, Макс, и я говорю «Вздобрись». Привет, Макс Брандт. Хочу рассказать всем. Смотри это видео, рассказывай друзьям и вздобрись. Вздобрись.